Все, что вы хотите знать о литературной жизни Севера, теперь можно найти в одном издании. В Северодвинске вышел в тираж новый журнал «Русского Северослова». В составлении сборника принимала участие Любовь Царькова, редактор, литератор и автор нескольких изданий. Про Морошку прекрасные стихи. Ага. Ягода морошена, ты ли не в чести? Мало кто знает, что эти строки принадлежат Ангелине Прудниковой. Двинская амазонка, как она себя называет, знает все о литературной жизни Европейского Севера. Любимых авторов и яркие произведения редактор из Северодвинска объединила в новом журнале «Русского Севера слово». Уникальность в том, что нет вот этого официозного подхода. То есть ее никто не стеснял, никакие рамки, никакие финансы, потому что она все это делала по собственной инициативе, ни стремление кого-то там продвинуть из друзей. Просто она как человек, редактор и сам писатель и поэт, прекрасно знающий местную литературу, выбрала то, что вот ей душе близко. Новое и содержание журнала. Здесь можно найти статьи о краеведении, языковой словарик, стихи начинающих поэтов и прозу именитых писателей. Из 19 представленных авторов. Треть из Ненецкого округа. Это члены литературного объединения «Заполярье». Александр Литков, известный под псевдонимом Вада Коларь, пишет о мифах и сказаниях ненецкого народа. Любовь Царькова в своих эссе рассуждает о творчестве Вада Коларь и Андрея Чуклина. В журнале опубликованы избранные стихи поэта. Сейчас у нее осталось несколько наших авторов, которые уже посланы, вот ютуберы Николая Миловского, стихи Каныгина и еще кое-что, которое она планирует уже в следующем номере. И она нас похвалила за то, что мы самые организованные оказались. То есть она попросила, мы все прислали. По задумке редактора, альманах будет выходить в печать два раза в год. Следующий номер журнала «Русского Северослова» любители и ценители северной литературы увидят накануне Нового года. Валентина Чибичик, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».